Девушка, я фотку купил. Как фотографировать, не подскажете, а? Вот так на белую кнопку нажимаете. На белую кнопку? Да. Вот так? Да. Там жена попросила сфотографироваться с вами. Мне ваша фотография не нужна, для жены. Хорошо? Конечно. Для жены. Извините, я просто когда вижу казахов, хочу с ними сфотографироваться. Можно, да? Да, конечно. Можете мою сестренку поздравить с днем рождения? Зовут Миржан, 37 лет. Здравствуйте, я вот вас не знаю, мне не интересно, просто там все с вами сфотографировались, на всякий случай. Здравствуйте, вы же та спортсменка по легкой атлетике, можете сфотографироваться с вами? Нет, меня Назима зовут. А, Назима зовут? Ну ладно, давайте. Давай, знаешь, что? Давай тачку, короче, свою продам. И на все бабки давай как креветки купим. Ты что, мало что ли? Да слушай. В кисло-сладком, братан. А? Да, короче, сегодня до вылета не будем спать, да? Не, у нас же 8 утра вылет, братан. Ну? Не, давай сейчас. Побежали на красный, побежали? Че, если их просто так покурить? Дай-ка жигу. Давай, короче, кредит сейчас возьмем, лям. Ну? И как на Реал, на КФ-2, давай поставим. Не гоняй, а что если поиграем? Еще возьмем, банков много же. Смотри, нас в Казахстане 20 миллионов, правильно? Ну. Смотри, с каждого по одной тенге. Одна тенге собираем. Ну. И все. И что? Что, 20 миллионов у нас уже в кармане, считай. Потом дальше больше там можно в оборот пускать, там, донерку, PlayStation открыть, там, креветки купить, да? Блин, братан, у меня ураза, я так устал, что-то капец сложно, хавать охота, жесть. Итак, приветствую всех на сегодняшнем занятии. Сегодня продолжаем закачивать верхнюю часть мышц тела. Для этого каждый подбирает себе вес, гантели и делаем тягу в наклоне по 20 раз. Я 15 буду делать. В смысле? У меня отец в Акимате работает. Так, все делают по 20 раз, а он будет 15 делать. Все, поехали, поехали. Я, если что, 10 буду делать. В смысле? Мой отец в министерстве работает. Так, значит, этот парень делает 15, этот уважаемый братан делает 10, а остальные 20 делают. Все, поехали, что стоим? Я вообще не буду делать. А вы почему не будете делать? Просто шорт, Вольт Георгиевич. Ой, ё-моё, иди. $25. Вы принимаете чеки? Я выпишу чек. Спасибо. Так. 1300 рублей вышло. Ага. Я ел, получается, борщ, ага, оладьи и ватрушки. Все, у меня 420 рублей всего. Подожди, а чайник чая? А, чай, да, мы еще пили. Да? Я еще 70 рублей добавлю. Все, все, все. Все, Рахмет, ага, сейчас. Ну, еда не считай, гонишь, что ли? Нет, нет, я обижусь, брат. Нет, ментули. Ну, хочешь, что ты как это? Надо их. Успокойся, успокойся, не надо, брат. И я тебе сам баранги. Не надо, не надо, карточку. Успокойся, запишите. Возьми, возьми, не надо. Братишка, иди вот кипяток налей. Братишка, на вот сумку в гардероб закинь. Братишка! Машину отгонишь туда? Братишка, иди в магазин за колой сгоняй. Братишка, завтра мою обувь почисти, ладно? Реально! Братишка, братишка, дерьмешь всего на год старше. Эй, если такой братан прям, решай мои проблемы, на работу устрой, квартиру мне помоги купить, машину помоги купить, блин. И вообще у меня свое имя есть. А как тебя зовут? Сайлаубек. Сайлаубек, братишка. Обувь завтра мне почистишь? Слушай, Сабинка, вот всегда было интересно, твои татухи что-то значат, да? Конечно, значит, Мира. Каждая татуха связана с моим бывшим парнем. А-а-а, и чё, сколько у тебя татух? Ну, 12.
12 бывших парней. Ну ты, конечно, преуспела, слушай, да. Вот это, например, моя первая школьная любовь. А вот это моя студенческая любовь. Парень был просто космос. Вау, прикольно. А этого, наверное, Артур звали, да? Да. А как ты догадалась? Ну, понятно же. А вот здесь вот А написано. Это его Арман звали? Нет, Азамат. А-а-а. А вот этот по гороскопу Лев был. О, прикольно. А вот это, наверное, парень ездил на Камрюхе 3-8, да? Да! Блин, прикольно. А сейчас-то у тебя парень есть? Нету, вот только недавно рассталась. Блин, а чё, почему, из-за чего расстались? Эй, братан, такси, сауна, квартира, ПЦР, справка, отрицательная, положительная. Чё надо, братан, скажи, всё сделаем, братан. Эй, идём сюда, подешевле сделайте, братан. Представляете, только недавно узнала, что есть такие люди, которые могут не мыться, ну, не то, что как бы один-два дня, а целых неделю, а то и месяц. И от них не то, что воняет, от них просто смердит, вот метличины прям воняет. Да иду я в душ, чё ты, блин, сразу так? Надоело, блин. Все, иду купаться. Ассаламу алейкум, брат. Ва алейкум ассалам. Ты же, да, тут по объявлению? Я по объявлению, да. Чё, машина как, нормальная? Идеальная. Ну смотри, брат, вот здесь у тебя бита, видно сразу, шпаклевка. Ну да, было там шпаклевка, да. Зад битый был. Ну да, было дело, было. Чувствуешь? Амортизаторы потекли. Да, амортизаторы, да. О, слышь? Это коррозия. Ну есть чуток, да. И чё конкретно, чё просишь? Сколько? Ну, 4 миллиона. 4 миллиона? Ну, слушай, брат, у меня только 100 тысяч, может, что-нибудь придумаем? А, у тебя только 100 тысяч? Блин, слушай, даже не знаю, что можно придумать. Ну, давай похаваем, чё? Братан, научи на гитаре играть, пожалуйста. На гитаре? Хотелось. Да, конечно, да. Вот да, держи, да. Смотри, вот аккорд АМ зажимаешь, вот первый лад, первый, а вторая сторона и третий, четвертый, второй лад. А, все, понятно. Да, зажимай вот. Так, ага, и... Не-не-не, смотри, вот зажимаешь, вот первый... Подожди, что ты делаешь? Ты далбич, да, или что? Смотри, я тебе объясняю, что после АМ сразу вот на F переходишь. После а, все, F, все, все, сразу... все, понял, теперь понял. Ты можешь играть? Не играй просто, а пожалуйста. Подожди, уже я же... Братан, не твое это гитара, ё-моё. Подожди, я же один аккорд уже выучил, братан. Мне кажется, это моё, почему ты так думаешь? Не играй никогда, пожалуйста, не играй. Не проси, научи. Блогер, у которого один подписчик. Уважаемый мой подписчик, сегодня я разыграю для вас эти красивые часы. Кто их найдет, тому он получит этот приз. Вот спрячь его где-то примерно вот это дерево. Вот где-то я вот в Атакенте. Приходи. Брат, ты где? Я здесь часы поставил под дерево. Да, я видел. Придешь, заберешь? Тёка, скинь деньги, барам я, ма. Алло, брат, ты скоро? Я замерз здесь. Брат, хол тимиазер. Кеш тизрик, брат. Все, Кас, иди че, я? Алло, брат. Брат, если че, сон, Яндекс такси мне салжира мойсим, ба? Ой, блин! Ищак тисич. Адрес хандай, айч. Эй, жопок, калайсон? Че, работаешь? Молодец. Эй, Джапок, здесь жарко. Иди воды принеси мне с дома. Эй, принеси мне воды. Вот же твой дом. Бутылку набери. Че ты как черт? Эй, заебал. Давай быстро. Сгонял. Быстрее давай, запарил. Блин. О, красавчик, Джапок. Сразу не мог принести, запарил. Все, давай, Рахмет. Эй, Джафок, она дарит алатын, менің бутылкам қайда дарит алатын? Е. Қалай білмейсің бе? Әкеп, қайда ана дарит алатын бутылкам? Жүнер. Где-то стайл. Эй, я құмармайсың баласа, қайда менің ана бутылкам?